Так, блин. Завтра уже уезжаю в лагерь. Нужно уже собирать вещи. Всем привет, мои листочки. С вами Ульяна и в моем канале Улька Тока. И сегодня я буду собирать вещи в лагерь, а потом меня не будет на канале месяц. Ну что ж, ладно, давайте уже поскорее начнем. Всем приятного просмотра. Сначала я думаю собрать вещи. Давайте сначала посмотрим, что можно взять. Но это не хочу брать. Вот эту вот футболку можно взять. Это можно взять. Это. И это. Это тоже надо взять. Это тоже. Это тоже. Так, это платье на дискотеку. Так, это тоже нужно взять. Так, это не надо. Вот это можно взять. Так, из этого мне понадобится только вот... Вот это и это. Это... Также, думаю, мне нужен такой топ с джинсовыми шортами. Вот такая вот футболка. Это мне не надо. Это надо. И это надо. Не, это не надо. Я, конечно, ничего не имею против столько вещей. Но думаю, что нужно выложить это, допустим. И все. Так. Поеду в лагерь я в этом. Сразу уже переоденусь так. Так, давайте все это сложим в чемодан. Так, из головных упоров мне нужен цветочек. Этот вот веночек я одену сейчас. Это... Нет. Думаю, как взять кепку. Мне больше он нравится, наверное, с пучками. Потом положу. Так, давайте смотреть дальше. Нам нужны с вами влажные салфетки в лагерь. Также нам нужно взять вот эти вот шампуни, зубная щетка, паста, ласкиватель, штучка, губка вот эта. А, она уже не влезает. Блин, туалетную бумагу еще нужно взять. Так, нужно как-то все это грамотно сделать. Вот так. Так. Можно собирать рюкзак. Поеду я с этим. Возьму сюда. Ой, пижаму полезно. Так. На чем остановиться? А, так, я возьму себе. Нет, эту карту не буду брать. Кошелек. На первое время бутылку воды. Так, вот эти вот книжечки с этим прилочком. Также думаю взять пенал. И вот этот блокнот. Ножницы тоже, может, не помешают, не знаю. Возьму на всякий случай. Так, ну здесь мне вроде ничего пока не надо. Хотя, вот, вот здесь вот косметичка моя. В нее же можно все сложить. Точно. Так. У меня же есть косметичка. Вот так вот. Ну вот так. Сюда еще нужно положить ключи, телефон. Планшет на всякий случай возьму, хотя там связь плохая, ну ладно. Так, надеюсь, думаю, мне больше ничего не надо. Хотя нет, нет, нет. Так, это у меня от комаров косметичку. И нужно еще взять вот этот вот крем от загара. Так, вроде все взяла. Так, и кепка. Так, что мне еще может понадобиться там? Возьму свою игрушку. Так, Вероника будет кормить моих животных. Так, ну здесь мне уже точно ничего не надо. Вот. Так, это все поставлю на выход. Ну все, вот такое коротенькое видео у нас получилось. Все, я пропадаю на месяц. И нет, я не ухожу с канала, просто у меня лагерь. Ну что ж, спасибо за просмотр. Всем пока.